Добрый день, дорогие зрители! Каждый день на этом канале мы рассказываем обо всем, что происходит в мире звезд и знаменитостей. Не забывайте подписываться, ведь свежие и яркие сюжеты выходят каждый день. Сегодня миллионы поклонников талантливой певицы Максим по-настоящему обеспокоены. Напомним, певица Максим стала популярна в начале 2000-х после выхода нескольких первых хитов. Тогда ее искренне и навсегда полюбили миллионы поклонников по всей России и СНГ. Огромная популярность свалилась на молодую девушку, и она смогла с честью выдержать это испытание. Долгие годы гастролировала по всей стране и всегда с уважением относилась к тем, кто приходит на ее концерты. И, к сожалению, сегодня мы вынуждены рассказывать эту тяжелую новость. Дело в том, что на данный момент певица Максим находится в искусственной коме. Первые признаки той самой болезни появились у Максима еще неделю назад. Она сдала тест, однако отменять выступление не стала, а буквально через несколько дней ее в срочном порядке увезли в одну из московских больниц. Там обнаружились серьезнейшие проблемы с легкими. И в какой-то момент дышать она уже просто не могла. Именно поэтому врачам пришлось пойти на очень серьезный шаг. И сейчас информацию о тяжелом состоянии артистки подтверждает и ее директор. Миллионы поклонников по всему миру надеются, что достаточно молодой возраст певицы и нормальное состояние здоровья до этого помогут ей выкарабкаться из сложившейся тяжелой ситуации, и она сможет вновь выйти на сцену, а также порадовать всех. Мы желаем ей самого скорейшего выздоровления и просто сил справиться с происходящим. На нашем канале еще много интересного. Не забывайте подписываться и берегите себя.